моя администрация пускает новое руководство по фазовому открытию всех штатов. Я переговорил со всеми штатами. Мы принимаем решение на основании данных, и мы начинаем процесс открытия экономики. У нас будет 3 фазы восстановления экономической жизни в стране. Мы не откроем все сразу. Мы будем осторожно, шаг за шагом, открывать страну. Некоторые штаты смогут открыться раньше, потому что в них ситуация была более благоприятная задача. Здоровые американцы могут вернуться на рабочие места. Вместо повсеместной изоляции мы продолжим изоляцию только для наиболее уязвимых групп населения. Мы будем использовать научные данные и тестирование, отслеживать новый уровень заражения, и все условия должны быть выполнены, прежде чем мы откроем страну пофазово. Каждая фаза должна соответствовать нашим условиям. Штаты будут продолжать соблюдать ограничения, пока они не будут готовы. Экспресс-тесты. Через 5 минут вы получаете ответ, положительный или отрицательный. И я поставил себе планку, я сказал, к 1 мая. И я думаю, что в следующие несколько дней мы будем все приятно удивлены тем, что в некоторых местах будет положительный сдвиг. И в очень хороших, очень важных штатах. И постепенно все встанет на свои места. Но я не хочу рисковать жизнями людей. Я не хочу слишком преждевременно открывать Нью-Йорк или Нью-Джерси. Мы должны убедиться, что у них все в порядке, прежде чем мы это сделаем. Но я думаю, что все случится быстрее, чем многие даже могли бы подумать. Вопрос.